Всем привет, с вами Мельников Сергей, и сегодня мы узнаем, как воспользоваться функцией предпросмотра сайта для того, чтобы оценить то, как будет выглядеть наш сайт с различных устройств, стационарных компьютеров с большим монитором или ноутбуков, планшетов и сотовых телефонов. Создавая сайт в системе UKit, мы можем изучить до создания сайта или в процессе создания сайта то, как будет отображаться наш сайт на различных устройствах. К примеру, если мы попробуем с вами создать сайт, то на этапе выбора шаблона мы можем нажать кнопочку «Просмотреть» и в левой части шаблона найти иконки различных устройств, монитора, планшета, и попробовать переключиться и посмотреть заранее перед выбором этого шаблона то, как будет выглядеть в будущем наш сайт. Если мы с вами создаем сайт, как в данном случае мы в первом шаге создавали полностью с нуля, то есть мы выбираем шаблон, убираем все лишние блоки, оставляя пустую страницу и начиная заполнять шаблон с нуля, таким образом, каким именно мы хотим, таким расположением блоком, которое нам нужно. В последующем мы можем воспользоваться функцией предпросмотр сайта и изучить, как он будет выглядеть на разных устройствах. Самые популярные устройства – это ноутбуки или, можно сказать, стационарные компьютеры и мобильные телефоны. Чтобы точно удостовериться, с каких же все-таки устройств на ваш сайт заходят посетители, вы можете узнать с помощью подключенной Яндекс.Метрики. Давайте посмотрим на примере созданного сайта подробный отчет в Яндекс.Метрике. Для этого откроем Яндекс, откроем интересующий нас сайт и во вкладке «Отчеты» найдем вкладку «Стандартные отчеты» и выберем «Технологии». В этой вкладке нужно найти тип устройства и посмотреть статистику посещаемости, с каких устройств посещает посетители больше всего. Здесь у нас есть график, и он показывает огромное отставание мобильных устройств от стационарных компьютеров или персональных компьютеров. Изучая статистику посещения сайта, вы можете узнать, какой аудитории у вас на сайте не хватает. И, соответственно, вы можете, проанализировав эти данные, подстроить ваш сайт таким образом, чтобы... охват аудитории вашего сайта был максимальным как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств. Давайте вернемся на нашу страницу, перейдем в панель управления сайтом, откроем наш сайт на редактирование и в левой части конструктора сайта, в левом меню, давайте нажмем кнопочку «Предпросмотр». Итак, в данном разделе у нас наверху появилась панель, на которой мы можем выбрать иконку интересующего нас устройства и посмотреть, как будет выглядеть наш сайт. Сейчас стандартно он отображается в виде компьютера. Давайте сделаем масштаб браузера чуть-чуть поменьше и попробуем попереключать различные устройства. Данный вариант интерактивный, то есть вы можете точно так же взаимодействовать с сайтом, будто бы вы смотрите сейчас сайт прямо с такого же устройства. То есть вы можете листать его, просматривать, как отображается верхнее меню, как отображаются ваши блоки, как появляются и показываются кнопки. То есть наблюдать, как будет выглядеть ваш сайт, если посетитель пользуется планшетом. Можете выбирать как вертикальное расположение устройства, то есть экрана, так и горизонтальное. Как видите, система настраивает блоки автоматически для сайта. Как можно видеть, система UKit облегчает нам работу с различными устройствами. То есть нам не нужно изначально ломать голову над тем, как же сделать наш сайт оптимальным для различных мобильных устройств. Система конвертирует наш сайт автоматически для мобильных устройств, и нам не нужно тратить время на то, чтобы создавать шаблоны, отдельные шаблоны для того, чтобы пользователи могли просматривать сайт, используя телефоны. Thank you.